Об итогах работы прокуратуры Севастополя телеканал НТС рассказывает в программе «Прокурорский надзор». С 14 по 18 октября сотрудники надзорного ведомства провели 32 проверки. За прошедшую неделю прокуроры приняли участие в 366 судебных заседаниях по гражданским, уголовным и административным делам. Для разрешения в надзорное ведомство поступило 469 обращений граждан и юридических лиц. Прокуратура Севастополя усилила наказание мужчине, который в апреле 2024 года осквернил мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Личность мужчины была оперативно установлена сотрудниками полиции. Он задержан и заключен под стражу. Расследование провели следователи следственного отдела по Ленинскому району города Севастополя, ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Прокуратура города не согласилась с мягким судебным решением и попросила ужесточить наказание. Апелляционное представление прокуратуры удовлетворено. Мужчине назначен 1 год лишения свободы в колонии поселения. Приговор вступил в законную силу. Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура со специалистами Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства проверила законность использования земель заказника ЛАСПИ. Установлено, что на 5 земельных участках в границах особо охраняемой природной территории организована работа 2 кемпингов. Для их деятельности размещена туристическая инфраструктура, в том числе помосты, мангальные зоны, настилы на свайных основаниях, каркасные сооружения. При установке туристической инфраструктуры повреждены компоненты экологической системы, чем причинен ущерб в размере 70 тысяч рублей. Природоохранный прокурор направил иск в Балаклавский районный суд к индивидуальному предпринимателю, чтобы освободить земли заказника и убрать возведенные строения, а также возместить ущерб. Иск прокуратуры удовлетворен, но решение суда еще не вступило в силу. Работники Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры провели рейд со специалистами Департамента природных ресурсов и экологии города, сотрудниками ГАИ и ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя для пресечения нарушений при перевозке отходов в разных районах города. Были остановлены и проверены 6 грузовых автомобилей, перевозивших строительные отходы. Проверялось наличие необходимых документов, товарно-транспортной накладной для отходов 5 класса опасности, справки о биотестировании отходов для 4 класса опасности, лицензии на транспортировку отходов, паспорта отходов, подтверждение обучения водителя по обращению с отходами. Участники рейда выявили факт перемещения строительных отходов в отсутствие разрешительной экологической документации. Сотрудники полиции составили протокол о правонарушении и направили все в природнадзор для рассмотрения. Кроме того, аккредитованные лаборатории ФГБУ ЧИРАС Техмордирекции отобраны пробы отходов из кузова грузовика с целью дальнейшего решения вопроса о принятии иных мер реагирования. Природоохранная прокуратура проводит выезды систематически и планирует их продолжать.